Всем привет! Я сегодня вам расскажу о Лего Ниндзяго, о карточках Лего Ниндзяго. Китайских. Да, китайских. И сначала у нас идет первая карточка. Она вот такая. Давай все карточки сперва покажем ребятам. Вот они такие. Они у нас где были? В наборах китайских. Они очень маленькие, но некоторые были в роботе Кая. Да, здесь все ниндзяги, герои, да? Да. Давай. И первая карточка у нас идет с Каем. И у Кая тут два мяча. Один в руке, другой за спиной. И... у него маска, потому что он ниндзя. Так. Дальше это у нас идет Клаус. И у Клауса ничего в руках нету. Вертикально поднимем. Но есть на голове волос, потому что он не ниндзя. Он чем-то стреляет? Нет, я не знаю. А в руках у него что? Ток, наверное. Ток, да? Да. Угу. И дальше опять идет Клаус, только из мультика. А это из Лего. Так вот. Угу. И дальше идет Джей. Он вот такой Джей. Так. И у Джея копье. Это Energy Джей. Есть еще Energy Кай и Energy Коу, а еще Energy Зейн. Дальше это Коу. Я уже показала. Тогда другой Коу. Он с мечом. У него черный меч. И бронзовая складка, куда он может положить свой меч. И тут дальше идет такая вот карточка. Опять с Джеем. И тут Джей не просто ногами, а на аэрджице. И еще он с копьем. Так. И он управляет раньше ветром, а теперь он управляет молнией. Дальше это вот такая вот змея. И оружие у нее тоже змея. В виде молнии, да? Ну да. Змея, и вот тут вот у нее есть такая змея, которая развивается. И последняя карточка в этом ряду это Джей. У него тоже оружие молнии. Вот такое оружие. Он уже из серии ниндроидов. Те Джей были серии... Что, пониже пойдем, да? Аэрджи, да. А это Джей из серии ниндроидов. И вот тут вот есть Коу. Это первая карточка во втором ряду. Коу, у него оружие земли. И он из серии, которая сейчас, эта серия сейчас и популярна, и нет. Да, потому что сейчас идет Небесные пираты серия такая. Понятно. И дальше у нас идет Кай. И у него два меча. Один за спиной, другой впереди. И он опустил голову на бок. У меня кажется тут. И тут дальше эта карточка из робота Кая. Положи ее. И на ней вы видите, что тут впереди есть Зейн, дальше за ним Кай и Ллойд, и самый последний это Джей и Коу. А предпоследний это Сенсей Гармадон, генерал Криптор и Сайрус Борг.
И дальше у нас опять идет Кай, только с мечом огня. И он на аэроджитсе, как и этот Джей. И дальше у нас идет светящийся Кай. И у него вот такое оружие. В виде молнии? Ну, нет. Это какое? Оружие, это Кая, обычное. Да. И дальше у нас идет такой Коул. У него, он как Кай, но только у него ноги расставлены. А у Кая ноги чуть-чуть вот так вот составлены. Вместе, да? Да. И тут вот есть тоже такой же Джей, но только у него черные руки, а у него красные. А положи их рядышком. Но они одинаковые. Но серии разные. Хорошо. И тут Джей идет из серии вот этой, которая у нас уже была, где Коул был. Это Коул тоже точно такой же, только без маски. Так. А Джей у нас что? Это Джей. У него такое вот оружие Коула. Ниже спускаемся. Да, ниже у нас идет сразу Кай, и у Кая три меча. Один горит, а два в складке мечей и не горят. А дальше у нас идет такой нендроид с бензопилой, и она пилит все. И это оружие нендроида. И дальше опять у нас идет Кай. И у Кая нет еще оружия, но это он, мне кажется, он держится за палочки. Так. А вот это тоже карточка Кая, но только там Сенсей Ву есть. Это карта тут. А давай перевернем карточки, покажем, как они с другой стороны. Ну, когда дойдем до конца. Хорошо, договорились. И дальше у нас идет такая змейка на аэроджитсе. И у нее в руках есть посох змеи. Ну, конечно, посох змеи весь, не вес в карточку. Тогда бы ее надо было удлинить. Чуть-чуть. И дальше у нас идет опять Клаус. Как этот Клаус и этот Клаус. Подожди. И у него он впереди стоит, а сзади его стоят, него стоят еще какие-то человечки. Я их не знаю еще. Подвижники его, да? Да. И дальше у нас идет ниндзя один Ллойд, а сзади него еще стоит нендроид, еще какой-то робот. А дальше у нас и последний ниндзя, это Джей, у него два меча в руках. Так. И теперь я вам покажу все карточки сзади. Вот, я перевернул все карточки. И тут первая карточка, она с Каем. И дальше у них, дальше идет карточка тоже с Каем. И дальше идет тоже с Каем. Дальше тоже с Каем. И дальше уже с Ллойдом. И потом идет опять с Каем. А потом идет с Ллойдом. Потом с Каем и с Зейном. Потом идет с Ллойдом, с Каем, с Зейном, с Каем, с Каем. И потом идет с Ллойдом. А потом идут со всеми ниндзями. Зейном, Каем, Каем, Джеем, Колом, Морро
и мастером цепей. Дальше идет опять точно такая же карточка. Там идет Эзлин, Кай, Джей, Кол, Морро и мастер цепей. А дальше идет Ллойд. И там идет дальше Кай, Зейн, Кай, Ллойд, Зейн, Кай, Кай, Зейн. И опять же точно такая же карточка. Так, ну что скажешь, да, тогда? Да, вот эти две карточки, которые я вам сейчас показывала, в этом ряду множество карточек, нужны вот этому Каю. Они были, потому что в этом Лего. И на этом мой сайт заканчивается. Я с вами прощаюсь. Всем пока!